Судья Оливер Гарланд на 7-м окружном суде был известен своей несокрушимой справедливостью. Он был горд своим отцовством. Я читал все его работы. Он был постоянным учителем. Неутомимый защитник своих убеждений. Был другом, на которого всегда можно положиться. Всегда действовал так, как считал нужным. Всегда. Посмотрите на это. Медицинские карты моего отца. Хорошо. А что, если это был не сердечный приступ? У судьи было много врагов. Когда последний раз вы общались с Джеком Циглером лично? Вы знаете все, что делал Джек, не так ли? Нелегальная продажа оружия, отмывание денег и контрактные убийства. Что-то на вашей совести. Что вы хотите обсудить? Я христианин, происходящий из сих. Я Талкот Гарланд. Мы из Федерального бюро расследований. Я уходю в отставку с должности судьи апелляционного суда США. Все хорошо? Я верю, что это будет очень скоро. Обман — вот название игры. Поверь мне. ФБР пришло к нам домой и спросило про Джека Циглера. Не хотим, чтобы вы или ваша семья пострадали. Хотите ли вы знать, что на самом деле произошло с отцом? Я знаю, что произошло. Позвольте мне поговорить с Талом. Они не из ФБР. Я хотел защитить вас. За нами следит БМВ. Газу? Отец знал, что он в беде. Что вы будете делать? Я уже это сделал.